Редактор телеканала НТК-21 Вячеслав Пасманик и старший оператор Павел Славин в специальном выпуске программы «Народ хочет знать» на Авторадио Биробиджан рассказали о своем пути в профессию и кухне телевидения. Медиахолдинг «РИА Биробиджан» отмечает 15-летие, и участники программы вспомнили о тернистом пути становления одного из ведущих средств массовой информации автономии. За 15 лет мы, наверное, пережили все вообще. То есть были такие переломные моменты, которые показывали нам, насколько тяжело бизнесу и малому, и среднему, и даже крупному. То есть все мы, к сожалению, помним прекрасно время пандемии, когда многие предприятия закрывались, малый бизнес находился в плачевном состоянии. Вот, мы пережили это время, мы пережили кризисы различные, и я думаю, к сожалению, нам предстоит еще много чего пережить, но, к счастью, мы с этим справимся наверняка. По словам собеседников, творческая составляющая является той основой, на которой сформировался коллектив. Профессия требует полного погружения и при этом дает возможность реализовывать свои идеи и не останавливаться в развитии. С особой теплотой участники вспомнили о тех коллегах, которые покинули медиахолдинг, но по-прежнему остаются в его команде. Со всем костяком, с которым мы вместе начинали, то есть что операторы, что корреспонденты, кто-либо не помогал нам, практически со всеми есть обратная связь. Сегодня с утра уже Оля Тимченко написала: «Паша, поздравляю, и всех там моих, говорит, обними». Я говорю: «Оленька, и тебя с праздником, ты тоже очень причастна». То есть, ну, всем ребятам большое спасибо за работу. Спасибо, что когда приезжаете в регион, заходите в гости. Ну, и как говорится, наши двери для вас никогда не закрыты. Если вы собираетесь вернуться в регион, добро пожаловать. Вячеслав и Павел поделились секретами работы творческого тандема, вспомнили о тех звездах, с которыми пересекались их пути в рамках программ и проектов телеканала, и заверили, что желание работать и творческого запала хватит еще надолго. Полная запись эфира размещена на портале riabir.ru. Константин Земляникин, Кирилл Богаченко, Новости 21.